Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система, и она не работает так, скажем, как наша С-300. Но, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду, и противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все.